Людмила Галицкая. Здравствуйте. Делайте что угодно, но жить вы обязаны. Мы еще должны посадить косточки венгерки розовой, вырастить, получить плоды. Сколько людей посмотрели ваши съемки и поверили в себя. Поверили, что все возможно. Я еще раз тогда показываю. Вот она, венгерка розовая. Вот. Самое интересное, что прошла неделя после, или две, как я показывал розовую. Показывал, а где она делась? А, ну ладно, синяя, ну, знаете какая, темно-синяя, темно-синяя. Сало как сало, что я на нее глядеть. Так вот, я предположил, что после вегетативной гибридизации, когда она, привитая на абрикосе, вдруг порозовела, это исторический факт. Меня пробовали, это самое, ну, как бы сказать, ну, сомневаемся. Ну, как сомневаться, я ни разу в жизни в саду не было. Сейчас я вам покажу ее. Во. Сейчас, секунду. Я говорю, что я мало не дурак. Я заморозил, зато теперь могу показывать не картинки, докажите, что это мое, а именно вот это, смотрите. Ну, начну издаля. Вот так выглядит этот. Господи, на секунду включу свет, хотя не люблю бардак показывать в квартире. Вот. Вот так выглядит. Видите? Вот это и есть сувенир Востока. В этом году опять не такие. Вот это, вот она, которая на экране, смотрите. Видели? Вот. Вот она такая есть. Какая у нее косточка? Вернется в синее состояние или останется такой? Я не знаю. Ну и так, как они потом. Я, ладно, нет, чуть позже покажу. Сейчас тряпкой накрою, чтобы они не это. Свитер не пожалею, чтобы они у меня не растаяли, они заморожены. Идем дальше. Вот спасибо, вы напомнили про нее. И вдруг я думаю, почему никто не заказывает? Я им всем каталог высылаю. А в каталоге венгерка розовая и венгерка синяя, только она имеет более точное название. Там Ника, это самая, богатырская, есть у меня сорочинская и еще это, грация. А у меня их не выписывают. Потом елки-палки. Пишет человек, говорит, а почему у вас в каталоге нету? Я посмотрел, давно, ну, вот старею. Сам каталог не включил и жду, когда у меня 500 этих и 500 тех купят. Ага, сейчас разбежались. Каталоги-то нет. Вот теперь доставайте, покупайте. Теперь я спокоен.